Доброе утро. Сегодня мы покажем новую схему БГТ. БГТ Советский Союз. Эта схема отличается тем, что нет колеса махового. Есть мотор-генератор, что мы видим. Катушка, вот она, моторик. Катушка возбуждения. Дальше. Щетки. Щетка одна, щетка два. Значит, со щеток идет на выпрямитель. Значит, плюс. Минус. Подается 150 вольт. 150 вольт. Постоянный ток. Так как мотор берет намного меньше, то где-то он возьмет. Вот этот мотор. А 150 где-то. Ну, это попозже замерим точнее. То есть он берет где-то 150 ватт. Дальше. Значит, плюс и минус идет на выпрямитель. Дальше на инвертор. А здесь стоит батарея и реле. Значит, реле 3 секунды включено. Идет, значит, вот так вот. Здесь включено. Идет питание. Мотор крутится. Мотор-генератор крутится. То есть крутит сам себя. То есть тут нет ни колеса, один мотор, ни второго мотора, ничего нет. Мотор работает сам на себя. Схема мотор работает сам на себя. Дальше что происходит? Он покрутился, реле сработало, включилось, здесь закрылось, вот здесь, здесь открылось. Тут стоит понижайка, выходит. Со щеток вот два конца, плюс и минус на понижайку. Понижайка выходит 0, минус понижайки идет напрямую на батарею, то есть подключено параллельно. Плюс понижайки идет на реле. Понижайка выдает, понижает до 14 вольт. Мощность где-то 250 ватт. 50 ватт. Так. Понижайка выдает до 14 вольт, и 6 секунд через это реле заряжает питающую батарейку. То есть схему, значит, эту схему завтра будем запускать, завтра, послезавтра, и покажем ролик. А для чего я раньше срока дал? А для того, что может кто-то попробует сам. Это даже лучше будет. То есть схема может давать, обрать лишний ток с этой схемы. Тут же с инвертора, вот здесь же где-то будет розетка. Одна на выпрямитель,
Значит, разъем на выпрямителя, второй разъем. Здесь можно брать сюда 100 примерно ватт. Но это точно еще замерим. Ну, примерно 100 ватт. То есть схема на 100 ватт. Можно было сделать помощнее, но реле вот эти вот, пока у меня есть только слабые, не достал я пока реле. Мощные, когда будут мощные, там можно подать сюда на мотор 230 вольт. И тогда повысится вот это вот резко. Потребление будет его 226 ватт, зато на выход будет не 250, а 750. При 700 где-то. То есть 500 ватт да, будет сюда. Но пока вот с такими деталями завтра буду делать временно для пробы 100 ваттку. Эта схема более, как говорится, меньше деталей. То есть смысл моих схем к тому, чтобы упростить, как говорится, до безобразия, чтобы было меньше, чем меньше всяких деталей, тем надежнее и проще система для употребления в быт. Так что пробуйте сами, завтра я попробую, завтра, послезавтра. Потом через 2-3 дня представлю ролик с опытами. А сегодня на этом заканчиваем. До свидания, до новых встреч.